я просто не могла оставить в стороне разбор внешности популярной певицы Клавы Коки. Я сразу увидела в ней наивную романтику. Она бросается с первых секунд. А вот со второй половиной, конечно, пришлось подумать и покопаться, поискать сведения о пластике, которой не было. Многие относят Коку к классическому типажу, и действительно, ее лицо достаточно симметрично и заострено. Но ведь она так похудела, давайте посмотрим ее ранние фото. Здесь она выглядит такой естественной и натуральной. Всех натурщиков можно сравнить со вкусным пирожочком. И вот она здесь. А еще натурчики очень гармонично смотрятся в природе. И как же классно Клава вписывается в пейзажи. Как же видно, что она любит природу всей широтой души, любит просторы и свободу, песни под гитару возле костра и животных. Клава сама не раз говорила, что считает себя солнечным и радостным человеком, а также и свою музыку позитивной и солнечной. И вот итог. Конечно, ее типаж – это наивная романтика и натуральность, дает нам типаж искренний. Когда Клава сделала короткую наивную прическу и стала носить укороченную дерзкую одежду, она прекрасно подчеркнула свою яркую, наивно-романтичную сторону. А свободные курточки, футболки оверсайз и летящие штаны добавляют свободы от натурального типажа. Я считаю, что сейчас она максимально реализует свой типаж. Какая она яркая и позитивная, действительно солнечная девушка. А вы как считаете?